Человечество устало друг от друга, сексуальность давит, но отвращение к слишком человеческому толкает отчаявшихся на рискованные поступки. В борьбе похоти и отвращения погиб еще один смелый естествоиспытатель. 35-летний житель Швеции умер от укусов шершней после того, как засунул свои гениталии в гнездо, найденное им на своей ферме. Как сообщает издание New Sweden, на теле мужчины было обнаружено 146 укусов, и 54 из них приходились на гениталии. Тело мужчины, которого все вокруг знали лишь по имени Хассе, нашел его сосед. Мужчина с трудом узнал знакомого. «Я узнал его лишь по татуировке на шее», — рассказал он полиции. Погибший был еще жив, когда его нашли. Он скончался в течение часа. Полиция предположила, что Хассе попытался заняться сексом с гнездом, обнаружив его сперму на некоторых погибших шершнях. На гнезде были найдены отпечатки пальцев. «Мне даже тяжело представить ту боль, которую он испытывал», заявил один из медиков, проводивших вскрытие. Отметим, что укус шершня намного болезненнее укуса осы или пчелы. Кроме того, шершни могут жалить несколько раз.